действующие взыскания, полученные перед судом, это не точка. В 2014-2017 годах нарушение... Таких постановлений, судебных актов в природе существовать в принципе не должно. То есть суд неправильно применил статью. Я прошусь к доводам государственного обвинителя, прокурора отнестись критически. Вот мы и у Абаканского городского суда Республики Хакасия. У дверей того суда, который допустил ряд существеннейших нарушений при вынесении постановления об отказе в УДО и постановления об отказе замене неотбитой части наказания более мягким видом, да, который мы завтра будем стараться отменять. Не мы, а просить убеждать Верховный суд Республики Хакасия, чтобы эти постановления были отменены, потому что таких постановлений, судебных актов в природе существовать в принципе не должно. Я думаю, так и будет. Здравствуйте, меня зовут Игорь Ивлев. Я один из руководителей юридической компании «Институт УДО». С 2012 года мы решаем вопросы условно-досрочного освобождения, замены наказания на более мягкий вид, а также снижения срока наказания путем обжалования приговоров. Вашим делом будут заниматься лучшие специалисты в стране с опытом более 10 лет, с победами в делах подобно вашему. Это основная задача клиента и успеха дела – выбрать такого адвоката. Звоните нам по указанному номеру, мы проконсультируем вас по всем вопросам. Верховный суд Республики Хакасия. Сегодня рассмотрение апелляционной жалобы на отказ в условно-досрочном освобождении нашему подзащитному Абаканским городским судом Республики Хакасия. Два действующих взыскания. 105-я, 2-я, около 6 лет неотбытого срока. Много положительных данных о человеке. Администрация ходатайства не поддержала, возражала. Прокурор возражал против также. Ой, много нарушений было допущено при отказе. Могли удовлетворить ходатайство, несмотря на два действующих взыскания. Да, да, чтобы вы все знали, два действующих взыскания, полученные перед судом, это не точка. Это не значит, что УДО или замена наказания не заслужить. Поэтому мы сейчас и здесь и находимся. Да, да, посмотрим, рассмотреть всю совокупность событий, все периоды. И предшествующие рассмотрению ходатайства, и те, которые были с самого начала, после вынесения приговора, пускай суд берет во внимание все обстоятельства, все периоды отбывания наказания. Пойдем смотреть, что он примет, какое решение. Пойдем. Абаканского городского суда Республики Хакасия 13 февраля 2024 года объявляется открытым. Защитники Афанасьева Алина Анатольевна и Мордвинов Антон Владимирович. К защитникам мы немножко позднее вернемся. Мнение сторон суд продолжит рассмотрение дела с участием адвоката Афанасьева Василия Ивановна Сердюка Василия Васильевича в качестве защитника осужденного. Защита отвода состава прокурорских полномочий не изменяется. 1 статьи 79-го Анатолия Российской Федерации. Части 1 статьи 185 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации, также подробно приводя содержание судебного решения, полагает выводу противоречивым, поскольку суд, указав сведения, положительно характеризующие осужденного, пришел к выводу о недостижении цели наказания, предусловленной статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, отмечая, что в постановлении не приведено обстоятельств, которые являются безусловно недостаточными и могли бы послужить основанием для отказа удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В этой связи полагаю, что выводы суда изложенного постановления содержат существенное противоречие, могли повлиять на принятие законного решения. По мнению клиента, судом первой инстанции не приведено конкретных данных, свидетельствующих о том, что отбытое наказание не дало положительных результатов, и он нуждается в дальнейшем отбывании наказания, а приведенные судом мотивы принятого решения полагают неоснованными на нормах закона. Просит постановление Абаканского городского суда Республики Хакасия 13 февраля 2024 года отменить. Более того, вывод суда, что материалы дела и поведения, и что мой подзащитный не достиг цели наказания, предусмотренной статьей 43 УК РФ, также является неправильным, поскольку у нас основанием для условно-досрочного освобождения является признание судом, что осужденный для своего дальнейшего исправления не нуждается в полном удвоении назначенного судом наказания, а не то, что цели наказания достигнуты. А достижение цели наказания у нас гласит статья 80 УК РФ. Вот это критерий конкретно под статью 80. То есть суд неправильно применил статью. Суд обосновывает свой вывод именно коротким периодом нахождения именно ФКУ ИК-33, четырехмесячный. А весь период отбывания наказания в совокупности суд отклонил. Я прошусь к доводам государственного обвинителя, прокурора отнестись критически. Явился в совещательную комнату для вынесения решения. Не стал выступать, разглагольствовать. Все доводы в двух жалобах изложены подробно, четко, которую писал также я и Кристина Ивановна и наши дорогие коллеги.
Российская Федерация нарушает свободную длинную часть апелляционного постановления, вынесенного в городе Бакане 17 апреля 2024 года Верховный суд Республики Хакасия с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании с временной системой видеоконференции связи апелляционную жалобу с дополнительным защитником Донеса в интерес к осужденному постановлению. Постановление Баканского городского суда Республики Хакасия на 13 февраля 2024 года. Я об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Афанасия Мордвина в условном заключении освобождении осужденного ранее наказания изменить и записать мотивировочной части постановления, исключить указание суда на признание в 2014-2017 годах за условное нарушение порядка отбывания наказания. В основной части постановления Баканского городского суда Республики Хакасия от 13 февраля 2024 года сайт без изменений операционной жалобы на дополнительную защиту Афанасия без удовлетворения. 18 апреля. Рассмотрение апелляции на отказ в замене неотбытой части наказания были мягким видом принудительными работами. В этот раз судебная коллегия Верховного суда Республики Хакасия изменила постановление в части уточнения вводной части постановления статьи, по которой осужден человек, и все. То, что он не был злостным нарушителем весь период отбывания наказания, а суд его таким посчитал, отказав на этом основании. То, что применили неправильно уголовный закон, который не должен иметь обратные силы. То, что в принципе данным о поведении в совокупности не дана надлежащая оценка, осталось без внимания апелляционного суда. Мы идем обязательно в кассацию и там уже посмотрим. Мы еще вернемся. Мы еще вернемся по-любому. К сожалению, может быть и к счастью. Может где-то такой замысел Всевышнего, но посмотрим. Такие дела мы не отпускаем. Да, Кристина? Просто так. До конца. До победного. Пойдем. Пожелайте нам удачи и всем желаем тоже удачи в делах. Не имеет никакой критики, поскольку не следовались постановления о признании в качестве злостного нарушителя. Такая информация отсутствует в материалах личного дела. В соответствии с частью 2, статьи 389, со значком 33 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашается вводная и регулятивная часть электронного постановления. Город Абакан. 18 апреля 2024 года Верховный суд Республики Хакасия со своей судьей Кобина постановил постановление Абаканского городского суда Республики Хакасия 26 февраля 2024 года в отношении осужденного изменить. В вводной части постановления считать правильным, что судим по пункту Х части 2 статьи 105, части 3 статьи 30 пунктом АЗ части 2 статьи 105 УК РФ. В остальной части это же постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Итак, у нас закончился процесс. Постановление об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом принудительными работами уточнена статья, по которой осужден человек, там был в пункте, были ошибки, и все. Суд оставил без внимания факт того, что наш подзащитный не признавался злостным и таковым не был весь период отбывания наказания, несмотря на утверждение суда первой инстанции, что якобы он признавался злостным в таком-то году, и одновременно он же в этом году состоял на облегченных условиях. Вы понимаете этот сюр? Окей, дальше. У нас осталось без внимания суда, и прокуратура как бы даже не упомянула, что про правильность применения уголовного закона, который обратной силы не должен был уметь, и действие уголовного закона во времени, согласно которому преступность и наказуемое деяние определяется тем законом, который действовал на момент совершения преступления. У нас преступление совершено в 2004 году нашим подзащитным, а ему применили уголовный закон от 2013 года, который содержал требования обязательное, частичное или полное возмещение вреда. Ну что, существеннейшие нарушения. Ну смотрите, опять же говорю, то, что нельзя объяснить, но вот факт. Вот почему апелляция закрывает глаза, а кассации потом в большинстве случаев отменяют такие решения. Посмотрим, идем дальше. Обязательно следите за развитием событий, обязательно опубликуем процессы, результаты рассмотрения. Все по этому делу. Все, текаем.